Ничего, что не надо, смешно. Площадки. Я думаю, что это все дело ваших рук или дело вашего благословения. И мы выражаем вам Божью помощь, Божье благословение и благодарны за все труды, которые вы совершили для Одессы. И здоровья, счастья, благополучия, и успехов ваших личных стремлений, намерений. Спасибо. Леонид себе как бы аккредитировал землю в небесном царстве. Значит, человек, который делает пользуется церковью, он себе не делал ничего. Это от него ноль пользы. Для него лично ноль пользы. Никаких прибытку, никаких дивидендов. Он делает для Бога. А то, что делает для Бога, то идет на небо, и там у него же есть участок, который он может себе построить, то, что ему надо было. Спасибо, Ваше Божество. Мэр захочет, мы пожелаем, мэр захочет. И все совершенно.